Всех приветствуем. Итак, начнем с того, что нам нужно дооткрыть оставшиеся телепорты, которые у нас еще не открыты. Так, это какие? Это которые? Эти я открыл. Вот здесь три. Я помню, то ли... Ага, вот еще один телепорт и вот еще. То есть у меня все остались только наверху не открытые телепорты. Но предварительно я бы тут сходил и поубивал троллей, вот этих хотя бы. Раз уж я достаточно силен, чтобы с ними справиться, то должен стать еще сильнее. Логично? Логично. Ну и потом можно походить по... Господи, как они называются-то? В общем, сходить в эти штуки инопланетные, в которых мы были, и просто по фасту все активировать. Формеры, отлично, они называются. Так, давайте поставим маркер. Туда. И отсюда уже, я думаю, пешком пойдем. Еще один потрошитель из ниоткуда вылез. А, стой, не падай. Тут нам надо вернуться немного назад, ибо один из троллей здесь обитает. Ничего их тут на карте сколько отображается. Немало, скажем так. Так, мне же карта нужна была. Куда я лезу? Опа. А, ночью, давно тебя не встречали. Убит. Поврежденная ракетница. Ничего интересного. Падальщик, который доедает за троллем, очевидно. Так, ну обязательно мы туда сейчас сходим, я доисследую домик, плюс здесь еще одна мини-бака ходит. Ух!
странно, что сюда какой-нибудь кусок карты не положили, учитывая, какая здесь охрана. Критический риск. Рекомендовано немедленное отступление. Нормально все. И это все? Господи, пещера минутка. И что тут даже... Ну ладно, вот тут хотя бы подобывать что-то можно, а то я уж испугался, что совсем бедно. Вот, еще нашли, хорошо. Метку уберем. Все, размялись, идем открывать телепорты. Один из них здесь, недалеко совсем. Ну, однако не хватило долететь. Этот прикол. Офигеть, он прямо здесь под носом. Выживание человека приемлемое. Сколько мимо него летал. Восток Маракора. Классно. Так, следующий у нас здесь будет. Не близко. Ничего интересного. Это место я припоминаю. Но идем дальше. Эти голубые огни, конечно, сбивают, думая, что там эликсит лежит. А нет. Я уж, наверное, всех тут выпиливать в округе не буду. Займет немало так времени. Так, 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 так. Мне прям наверх надо залететь, выходит. Что да. Вон наша точка. Опа.
Бежим, 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 бежим. Главный фермер это оказывается. То бишь... Есть ли он у нас по квесту? Однако есть. А, нет, стоп, это у нас крони по квесту. А этот фермер? Угу, его тоже нету. Зато вот этот есть. Надо его на будущее себе открыть. И верхний, в принципе, тоже. Раз это все достаточно быстро делается. Все, понял, не грози мне. Опыта за что? За символ Калаана. Так, ладно, не отвлекаемся. Здесь телепорт. И вроде бы это последний, точнее предпоследний остался. Другие-то все мы пооткрывали. Да, давайте вот этот последний откроем. Даже не знаю, откуда ближе. Наверное, отсюда. Потому что там вроде бы прямая дорога. Внимание! Зафиксировано резкое падение температуры. Не суетись. Я что, похож на замерзающего? Предупреждение. Эффективность смазки падает при низких температурах. А, это ты из-за себя беспокоишься? Подтверждаю. Видишь? С тобой все в порядке. Даже лучше получилось, тут почти с горки нам надо будет лететь. Сохранимся, а то столько идем без сохранения. А, отвали. А, тут мы были, насколько я помню. Анализы собирали, так сказать. То есть я, получается, совсем немного не дошел до... Этого, господи, до телепорта здесь. Ну, что у вас тут, конечно. Блин, ебаки тут все эти водятся еще. Забор не поленились выстроить. Анализ функций комплекса. Эффективность преобразователя 0%. Системы слежения 0%. Блока очистки Эликса 0%. Охлаждающих блоков 0%. Анализ завершен. Рекомендуется перезагрузка системы. Хочешь перезапустить преобразователь? Подтверждаю.
Без перезапуска невозможна оценка объема ремонтных работ, требующихся для повторного ввода комплекса в эксплуатацию. Слушай, давай лучше не будем. Радоваться надо, что эти штуки больше не работают. Так. Тут можно добыть дофига Эликса, поэтому... Выпиливаем этого товарища. Так, никаких сердец ничего не выпадывает, зато целых три эликсовых жилы. Прям вообще. Давно столько мы не находили в одном месте. Так, и, видимо, больше нету. Но и баг тут этих водится, будь здоров, сколько. И чувствуется мне, если полететь куда-то туда, мы еще и замерзнем нормально так. Ну да, там особо ничего нету. Спасаемся. И не то чтобы мы спаслись, потому что давайте сюда. А, стоп, а мы были же в Гамаре, нет? По-моему, да. В прошлой серии, причем, наверное. Ну-ка. Блин, надо посмотреть. Пойду гляну. Да, мы в нем были. Гамара. В общем, ориентируемся по желтым точкам тогда этим еще до кучи. Потому что он убирает желтые точки, а эти оставляет. Так, где? Во, блин, прям за спиной хожу, думаю, где же он? Высока вероятность засады. Рекомендован запрос подкрепления. Надеюсь, что они здесь не наспаунились снова. Ага, понятно. Не наспаунились. Можно, конечно, и прибежать. Потому что в целом-то тут ничего нового не появилось. Мне вот увлекаться, и он мне особо не мешает идти дальше. Хотя, если я пойму, что все каким-то чудом я здесь не все зачистил. Ну, из-за зряда не исследовал, какие-то вещи, может, не собрал. Хотя черепок здесь стоит, значит, я здесь все-таки был. Каким-то макаром я здесь все зачищал. Ха!
больно. Так, ребята, ну не прессуйте меня. Собрано. Так, так, так. Энергоячейк, копья. Блин, серьезно? Я тут точно был или все-таки вещи тут заспаунились? Может, конечно, я этот столик пропустил. Что вполне возможно. А, вот и нужное нам место. Обнаружен центральный модуль формера. Запуск перехвата. Ну вот, парочку мы уже оформили. Соединение установлено. Передача данных. Запуск процедуры перенастройки формера. Ожидание завершения работы. Итак, мы перенастроили два формера. Что-то полезное ты узнал? Скорректировано исходное предположение о том, что узлы управления формера работают автономно. Обнаружено сильное влияние нулевого узла управления с корабля-матки. Ясно. Ты засек Кассандру. Это поможет нам остановить главный формер? Ответ отрицательный. Ключевой алгоритм и полная идентификация Кассандры недоступны. Хорошо. То есть центры управления других формеров — это все мелкие ответвления Кассандры. Она их контролирует. Ответ отрицательный. Определение «мелкие ответвления» подразумевает меньшее количество алгоритмов управления или интерфейсов. Да, понял, я понял. Но по факту-то заправляет всем мама Кассандра. Ясно. Выходит, мы можем отключать вручную остальные формеры или двинуть прямиком к главному формеру, чтобы остановить терраформирование. Подтверждаю. Надо бы еще раз обсудить все это с Вардеком. Хорошо, тогда валим отсюда нахрен. Режим ожидания. А с другими что делать? Даже хитрость прокачаем. Ну и другие можно, собственно-то, зачистить. А, однако нет. Ну, давайте интереса ради сходим в один еще. Раз уж мы в этом были, я тоже думаю, можно его пробежать. Посмотреть, будет ли Крони что-то в нем делать. Вот черт. То глядишь, и его можем отключить. Ой. Красиво. Красиво. Что, здесь не заспаунились еще, что ли? Интересно. Я думал, весь мир обновляется как бы там типа одинаково, а не локации как-то там поштучно.
Понятно, в каких-то фармерах я был очень давно. Или может из-за того, что я выполнил линейку квестов, они теперь все такие? Месте. Ну, давай, Крони, рассказывай, что тут можно сделать. Обнаружен центральный модуль формера. Запуск перехвата. Да, можно все отключить в итоге. Только получим ли мы какие-то комментарии сюжетные интересные в таком случае? Соединение установлено. Передача данных. Запуск процедуры перенастройки формера. Ожидание завершения работы. Эпсилара. Угу. Ну такое. Прям немножко обидно. Ничего, мы скакали как далеко. Так, это Вардек. Дельтаро, Аксаларо, Гамаро. Так, и вот этот давайте еще отключим. О, он отключен. О. Стоп. Куда это я его успел отключить? Ну вот этот я точно в нем не был. Ага. Вот, он горит. Его я вообще прям не зачищал. То есть у нас получается вот этот. На, так тфу, я вначале же, господи, только от Дельтара это пришел. Вот я тупень. Давайте попробуем сюда. Здесь тоже можно без очереди протиснуться. Может быть. Черт! В смысле, почему я не разбился? А, я знаю, почему из-за умения, что последний фатальный удар меня не убивает, наверное, поэтому. А так у меня, да, у меня вон картриджи-то даже закончились. Сильно не задерживаемся здесь. Просто убиваем всех, кто мне мешает пройти. Thank you.
образование крайне низкое. Где заветный пульт? Куда вы его спрятали? Чё-то не помню таких лесенок, конечно, вообще ни в одном формере. Избавлюсь тогда от тебя сначала. Обнаружит. Соединение установлено. Передача данных. Запуск процедуры перенастройки формера. Ожидание завершения работы. Альфаро тоже готов. Так, и в Битару я еще не был. Ну что, погнали в Битару. Это как так? Тут, наверное, пушка этого товарища вообще далеко куда-то улетела. Однако, я подобрал все-таки этот меч. И у этого тут рядом лежит его коса. Хорошее дело. Упс.
Конечно. Но этих тварей тут просто, конечно, деваться уже некуда. Наспаунилось. Да и бени фени. А чем за пушку, кстати, подобрали? Надо посмотреть. Эй. Что такое? Максимальный запас, фигня. Угу. Зуб Кэпа. Ой-ой-ой. Ну-ка, давайте потестим на ком-нибудь. Кошелек забирай. Она причем дурацкими арбалетными стрелами стреляет. О, роботы тут валяются. Только сейчас приметил их. Забавная штука. Ты хорош уворачиваться. Надоел. Идем заниматься формером последним, и как раз минут за 10-15 мы его зачистим. И пойдем сдавать квест. Арбалет хороший, конечно. 555 единиц урона. Так,
великаном уже отработали мы эту штуку. Спас, конечно. Еще чуть-чуть. Один удар, и мне хана. Вероятность выживания человека находится в пределах критической зоны. Арбалетные стрелы освоим эти. Которых скопилось порядком. Здесь ничего интересного. Ячейка, получай. Получай. Готово. Что-то особо здесь ничего пока интересного нету. Ох, ё-моё, сколько там, чё, бегемот, что ли, еще? Охуеть. Прям они так хорошо кучей встали, а? Может ли быть лучше? Идеально. Бах, бах, бабай. Но тяжелое оружие нам все равно нужно иметь. Какое-нибудь такое массовое поражение. Это, пожалуй, достаточно жирная комната была. Я бы тут... В таком маленьком пространстве со всей этой шушерой бы не справился. Ну, как вариант, я бы, конечно, их гранатами мог закидать, но все же. Ух ты, эликсовое питье, еще и стрелы. У нас еще так. Не понял.
Бля, они за этой хуйней стояли. Микроскоп самое важное. Его обязательно берем. А там дальше некуда идти. Понятно. Отсюда мы пришли. Пока весьма линейно. Окей. Блин, эти тоже что ли за стенкой стоят, сейчас окажется? Вообще куча их складываю. Да, тяжелое оружие заиграло новыми красками, когда их нужно кучей раскидывать. О, огромная сумка. Но я уже и так достаточно богат, мне абсолютно нечего делать на эти деньги. Кого я не подобрал? Меч. Обязательно забираю. Крадется. Маловато для скрытой атаки. Даже половину здоровья не снесли. Ух ты, сколько клейкой ленты. Все забрали. Так-так, снова куча этих товарищей. Блять, Крони, как ты заебал, а? Вы на это поглядите, а? Да, забавно, они, конечно, тут позы падают. Ничего не скажешь.
Прикольно. Даже в паузу ходить не буду. Телефон с зарядки сниму. Ух, 2 часа ночи уже почти. Ничего себе. Ну, сколько мы? Пока 9 минут в этом фармере находимся. О, лесенка, о которой я недавно говорил, что как будто бы не было. Ага, туда это туда, а туда отключать. Мы, конечно же, идем отключать. О-о-о. Блин, я снова наварю дофига всяких зелий. Вообще мы 2 раза сможем его ударить, думается мне. Могли сейчас даже 3-й раз ударить, будь я чуть пооперативнее. О, ничего себе, хранитель. Вот это да, ну-ка давайте посмотрим. Давно я щиты не находил. То есть он отличается ничем. Только тем, что он красивый. А не та херня, которую мы до этого подбирали. Обнаружен центральный модуль формера. Запуск перехвата. Там трупы, смотрю, снова свалились такие. Лежали, лежали. Вон слева там один тоже прыгнул и упал. Соединение установлено. Передача данных. Запуск процедуры перенастройки формера. Ожидание завершения работы. Битару отключен. И уровень снова взяли. Но надо дочистить его. Потом уже идти к Докинзу, варить зелье. Так, а вот здесь нам снова дадут волю пострелять, учитывая количество этих товарищей. Но я что-то пока ни одного не вижу. О. Критический риск. Рекомендовано немедленное отступление. Куда эта лестница ведет? Ну да, он, походу, действительно здесь один был. Супер странно вообще. Ладно. Пойдемте зелье поварим тогда.
3 сердца бегемота. Сердце циклопа. Готово. Все так же по 5 единиц снимается. Так, способности. Какие я хочу? Не знаю. Все, что мне надо, давно у меня есть. Торговцев зачем? Давайте вот это вкачаем, может нам это в конце игры пригодится зачем-нибудь, не знаю. Тьялк этому учит. Или как он там называется? Тьярк, точнее, да, Тьялк-то у нас. Наш полководец. Все, зачем бы это ни было нужно. Теперь мы это умеем. Пойдемте Докинза обрадуем, что мы совсем успешно справились. Да, я в верном направлении иду. Было бы неприятно разбиться не в том направлении. Нет, ты же не Докинз. Я все перепутал. Я ходил к фармерам, и ты оказался прав. Дронам быстро удалось захватить контроль над их системами. Теперь-то ты веришь, что я могу тебе помочь? Если мы сможем уничтожить фармеры, то справиться со скином на корабле матки будет проще простого. Узнал что-нибудь про Кассандру? Да. Блоки управления в формерах — это дочерние реплики центрального эскина на корабле матки. Вряд ли ключевой алгоритм поможет отключить его. Если это матка, то она способна на большее, нежели ее дочки. Скорее всего, этот эскин рано или поздно заметит наши изменения, а затем заново запустит деактивированные формеры. Лучше всего было бы, если бы мы смогли добраться до основного эскина удаленно, не залезая в главный формер. Но Кассандра может проявить себя как-то иначе. Кассандра проявилась. Более того, она нас подслушивала и несколько раз перехватывала управление дроном. Скианды действительно опасные противники. Кажется, у Кассандры есть доступ ко всем скианским машинам. Она проникает повсюду, как темный эликс. Тихо и незаметно, но неотвратимо. Она ужасный противник, но мы справимся с ней. Нам просто нужно продержаться достаточно долго, чтобы накопить побольше сил. Я постараюсь придумать что-нибудь, что даст нам преимущество. Мы должны не спускать с нее глаз. Начато сканирование окружающей среды. Обнаружено большое количество обломков. Очевидно, дальше будет какой-нибудь супер длинный диалог. Там типа пойдем завалим два главных формера, там что-нибудь такое. Но давайте это все оставим на следующий раз. А на этом уже закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.